утро сегодня порадовало, солнышко. Лед пошел, лед тронулся. Солнышко светит, у нас в палатке тепло. С хорошим настроением сегодня проснулся. Дай Бог, чтобы оно весь день такое было. Будем соблюдать все правила, чтобы все было хорошо. Сейчас по-быренькому собираемся. Гречки с маслом поедим, с колбаской. Лодку упакуем и вперед. Вперед весь день. Рыбачить. Надеюсь, только будет рыбалка, что лодку не будем таскать. Вверх-то шли мы. Раза 4, наверное, лодку таскали. А вверхах мы там, откуда вчера, позавчера свалились. Там вообще жуть была. Еле выбрались. Ну, а внизу там, наверное, речка такая еще. Разливается, проток много. Прямо по всей речке. На протяжении вот сколько шли. И, к сожалению, можно не туда врюхаться. А это значит таскать лодку. А лодка у нас груженая, ребята. Грумы. В самом начале в песок, в мель врезались. Но час, наверное, снимались. Полностью лодку разгружали. До берега еще было там, наверное, метров 20-30 туда таскались. Еле-еле столкнули, а потом обратно лодку закладываем. Но по вещам сами видите, что шутки в сторону, ребят. Палатка, еще в палатке полная вещей. У нас тут все присутствует. Ну и с бензином. Ну нет, с бензином, в принципе, так в идеале попали. Может, ну, на 20 литров больше взяли, скорее всего. Это лучше пусть запас будет, чем его не будет. Всякое в жизни бывает. На реке-то одни, а ближайшие 1400 километров. От Jet Extreme Service 1400 километров я проехал. Не, не 1000, 1500 получается. Ну, я вчера считал, 1500. Так что ближайшая ремонтная база кораблей 1500 километров. Это... Долго мы преодолевать будем. Нравится мне речка. Цвет тайги мне здесь нравится. Там, кстати, вот с этого где-то вот этот участок, вот горельник. Тут непонятно, когда это горела тайга, но горела. Это, видимо, когда Бурятия, наверное, скорее горела, когда год тому назад или два. Прямо огромная площадь. Ну все, пойдем собираться. Сейчас вам еще раз красоту покажу эту. Самая жопа-то, блядь. Ладно, это мы сейчас наладим, если я не сомневался. Как нам сейчас с тобой сладить этих меляков? А? Думаешь, выйдем? Короче, ребята, штуковина такая, первый раз с такой херней столкнулся. Не просто вот эта помпа. Не помпа, а этот. Как это называется? Импеллер, блядь. Вот такая штуковина, которая фиксирует. Она подстерлась, каким-то образом вылетела и прямо туда впаялась. И у нас воду не качало. И хорошо, что так, что, ребята, вот возите вот такие штучки тоже с собой запасы. Помпу новую, резинку эту хреновину новую. И
И это вот обязательно шплинт вот этот. Прямо без вариантов. Там, скорее всего, вода и замерзла. Так, ну это все полгода, да? Потому что вот так и делают. Ну смотри, на первое, если он будет в эту сторону пути. Раньше? Очень плохо. Ну, наоборот. А, плохо, да? Ладно, ты сейчас наладил, как с нелегков ребята сладят. Груженный по самому не хочу. Прямо на меляках забил. Ладно, слава богу, хоть причину нашли. Момент истины, ребята. Проблема, ребята. Сидим на жестких, на меляках, что делать, хрен его знает. Ну ладно, будем пытаться, потом расскажем. Поехали. Чем быстрее мы его отпустим, тем большой шанс есть, что... Иди, милый. Все, поплыли дальше, короче. Прости уж, что не так.
Хорошо, батарея сидит. А? Лёка, возьми у меня этот, щипцы. Щипцы возьми. Рыба. Рыба-таймень. Хорошие вы мои. Вообще просто. Обожаю вас. Это Люка. Это. Охотник. Сделай фото. Все. Домой пошел. Домой пошел, родной! Я же попью. Я и пикнул там потом. Он прямо смиренный, видел? Смиренный таймешонок попался. То есть, походу, не раз ловили его. Таймень. Если у нас живца было для них. А клюнул, знаете как, ребят? Воблер вытаскивал. И из-под лодки вылетает. Воблер, я тебе говорю, воблер уже вот здесь. Это прямо на весу уже был. Выпрыгнул нахуй. Он нырил, на пасть чуть-чуть зацепился. Если попробуем так, наверное, вытащить. И все. Да нет, вытащили. Да. Красавец. Да, он зацепился-то одним крючком. Поставь на это. На эту херню. Я думал, с этой ямы уже без рыбы уеду. Яма, конечно, здоровая. Яма здоровая. О. Сейчас. Вот такие фотографии. Хорош. Еще раз сюда посмотрите. Угу. Ну, таких таймешат здесь много, конечно. Ну прикольно клюнул, да? Ужас. Аж сам испугался. Блядь, херово, что камера не была включена. Я говорю, это воблер уже на весу держал. Уже из воды на весу лен.
Пяу! Пяу! Ладно, поехали. Поехали. Еще до ямки, до какой-нибудь маленькой доедем. Хотя, говорю, можно было и здесь. Но здесь, походу, эти гружи поработали, ребят. Дождись еще ехать. Доброе утро, страна. Jet Extreme замерз утром, блядь. Яму огромную нашли на реке. Остановились. Сейчас попробуем что-нибудь здесь дернуть. Йока, покажи, яма какая. Прямо черная. С коряжником. На этой реке я первый раз такую яму вижу. Сейчас вот такую штучку по случаю приобрели. Треска. Сейчас попробуем на этого налима рыбачить. Знаете, единственное, что за коряжник зацепиться может. Попробуй. Там есть. Есть, прикинь. Да ну нахуй. Ну небольшенький. Ну есть. Сработало. Так, неплохо давит. Небольшенький. Он его почти весь сожрал. Вот тебе, пожалуйста, утренняя рыбалочка. Килограмм 5. Работает крест. Вот, ребята, и треска сработала. Не, хорошенький, да? Да. Так, ёка, карауль его. Сейчас я за этим схожу, за щипцами. Все, первый таймень на виброхвоста. Ни разу в жизни не ловил. Папке скажи, что там отпускает, пусть клюет. Так, один виброхвост я оторвал, и причем так легко оборвал. Это как в фильме, в этом. Собачье сердце, оборвал, оборвал, оборвал. Непонятно почему, либо таймень, но что-то сомнение, что это таймень. Ох ты, а что он у нас сюда хочет, как не влезет.
Плохо, что она сюда не влезет. И что-то так легко оборвалось, это я не понял. В чем причина даже. У меня еще есть хвост. То, что не все потеряно. Теперь вот такая хренотень. Один виброхвост сработал. Сейчас посмотрим этот как. Ну да, этот прикольно тоже. Должен прикольно быть. Я тяжеловато для этого снизу. О! Этот полетел. Да, есть. Небольшой, что ли? Могу понять. Небольшой. Хороший, да? На, ёпаса. Нормально. Опа-на! Опа-на, ребята. Шикардосик. Ну теперь я верю в это, что виброхвост работает. Виброхвост работает. Ну, против солнца сильно не снимай. Это покрупнее, но... Это децел покрупнее. Это децел покрупнее. Он покоцанный, смотри. Видишь? Видишь, покоцанный. Кто его так? Ни хрен он, видишь его. Ты, я не знаю. Ну не знаю, ну что они, темень не дерутся, что ли? Я, честно говоря, не знаю. Вот, кстати, вопрос. Зрители, что за хрень? Не, ну маленькую рыбу-то, линкатая мешонка, маленькую лихарию зашли, хвост вот так порепан, то это норка, либо выдра. Стоять, Нил. Да, блядь, мы с тобой дольше сейчас провозимся, если ты будешь выкобениваться. Во. Виброхвост-то ты нахрена забрал? Виброхвост-то отдай. Виброхвост-то ты отдай. Давай его сполосну. Ну этот... Этот уже хорошенький. Пару фотографий и пойдешь домой. Хороший по весу.
Ничего, нормально, все, пойдешь. Ох ты, закончилось.
толчок. Сейчас сборы. Надо вечером быстренько собраться. Я хоть что у меня один страдает для всех. Леха, я же тебе говорил, там никого нет. Я на базу пришел, никого нет. Выбор Jet Extreme – профессиональная фото- и видеотехника. Бинар – магазин фототехники.